Куда пропали настоящие мужчины и почему женщинам все сложнее и сложнее затащить мужчину в брак? Дело в том, что мужчины нашего поколения и моложе начали понимать, что они нужны женщине и семье как ресурс. Плохо ли это, хорошо, так устроена природа. Но у человека появился разум и осознанность, и поэтому нынешние мужчины рассматривают семью как неудобство, как что-то, где нужно вкладывать и отдавать частицу себя, трудиться и быть, скажем так, ресурсом для обеспечения семьи. Поэтому многие мужики сейчас живут для себя и не хотят быть ничьим ресурсом и ничьим донором. Тем более в мире потребления и столько всего вокруг. Всем всего хорошего.